Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. Как сообщают в гидрометеоцентре, 11 ноября в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха днем по области от минус 2 до 2 градусов тепла. В Ульяновске около нуля. В течение дня атмосферное давление существенно не изменится. К этому часу о погоде все. Хорошего вам дня! Грандиозная распродажа ивановского текстиля в Ульяновске. Огромный выбор, низкие цены. С 30 октября по 15 ноября. ТК «Спартак», второй этаж. Минаева, 11.